Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина и канал Цветочная симфония. Сегодня хочу показать вам одну из посылок, которую я собираю в дальние-дальние края. Заказ небольшой, но была сделана предоплата. Заказ был с осени, и поэтому выращивали деток для моей покупательницы. Надеюсь, она будет очень довольна. Хочу показать для начала вот такого красавчика. Это Орео вариегатный. Вот такие яркие полосочки. Прелесть. Также у нас посылочку пойдет Сингоним Ветланда. Зеленые бархатные листочки. Деток я всех уже снизу упаковала. Сейчас покажу, как это делается. Это у нас Гротофилум. Такой пестролистный красавчик. Легкое растение. Быстро растет, радует всегда. А при разном освещении у него эти пятнышки даже становятся не просто беленькими, желтенькими, а еще и красненькими, коричневыми. То есть листочки разноцветные получаются. Дальше здесь у нас есть эписция. My Precious. Моя драгоценность. Она цветет желтыми цветами. У эписцы в основном цветы красные, но у нескольких сортов есть розовыми, голубыми, желтыми, красно-желтыми цветами. То есть разнообразие все-таки присутствует в окраске цветов. Здесь у нас вкусный пахучий плекратус. Называется Golden Rafflick. Когда до листочков дотраиваешься, они мягкие, пушистые и пахнут мятой. Вот такой красавчик расписной. Надо же, как природа рисует. Красивый. Здесь у нас генура вариегатная. Ну, один цветок краше другого. Розовые пятна. Просто завораживает. Заказчица попросила сделать ей два растения. Две деточки. Ну, возможно, кому-то в подарок. Немножечко пострадал листочек, но я не стала его убирать, дорогу лучше потом его убрать. А в одном стаканчике одна детка, в другом стаканчике даже две детки. И в подарок я положила вот такую растюшку. Подарок. Это пелеония дава. Вот такая красавица. Не очень крупное растение, ампельное, легкое, неприхотливое. И красивый такой рисунок становится при хорошем свете. Симпатяшка. Я думаю, будет приятно получить подарок. Вот такая посылка у нас едет далеко-далеко-далеко. Надеюсь, растюшки не замерзнут. Будем утеплять хорошо посылку. И я обещала показать, как я внизу упаковываю. Вот смотрите, стаканчик. А грунт слегка влажный должен быть. Туда я прокладываю сухую туалетную бумагу. Она впитывает лишнюю влагу. Забирает и потом ее отдает. И за счет этого еще не просыпается грунт. Потом я одеваю маленький пакет. Заворачиваю его и проклеиваю скотчем. Очень быстро, легко. Вот. Растюшки не высыпаются. Ничего с ними не будет. Вот, а потом уже делаю тубу из бумаги и укладываю в посылку. Обязательно утепляю. Вот такая красота. Едет к новой хозяйке. Надеюсь, она будет очень довольна. Ну, всем пока. Подписывайтесь, друзья. Ставьте лайки, кому понравилось. Буду рада вас видеть в следующий раз на своем канале. Пока-пока.